Помериться силами и доказать, кто лучше. В наш город приехали боксеры из разных уголков края. В спортивном комплексе «Лидер» на этой неделе состоялось первенство Краснодарского края по боксу в разных возрастных категориях. За ходом спортивной игры следили наши корреспонденты. Более 100 спортсменов из разных уголков Краснодарского края приняли участие в соревнованиях. Только из Славянска на Кубани в ее составе были 8 боксеров. Среди них Вадим Джумаев, неоднократный призер различных соревнований и чемпионатов по боксу, как в крае, так и за его пределами. Многократный призер, также выступал на первенстве Южного федерального округа, там занимал призовые места в различных всероссийских и международных соревнованиях тоже. Ну, первое, второе место всегда. В принципе, опыт уже большой, 93 боя провел, 70 побед. К любым соревнованиям спортсмен готовится основательно, ведь для него важна победа. Этот турнир не стал исключением. Самое главное, признается Вадим, правильный настрой перед боем. Себя нужно спокойно чувствовать, как на тренировке, и тогда все получится. Это квалификационный турнир, который дает выход на первенство Южного федерального округа, поэтому нужно стараться выигрывать его. Эти соревнования проходят ежегодно. Посвящены они заслуженным тренерам Советского Союза Артему Лаврову и Владимиру Киркорову, которые внесли большой вклад в развитие бокса в крае. Перед началом соревнований спортсменов поприветствовал председатель районного совета Григорий Литовко. Славянский район является территорией спорта. Работают 24 федерации. Более 50% населения вовлечено в спорт. И один из таких видов, любимый славянский, это бокс. Мы от всей души вас поздравляем с этим соревнованием, желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и спортивных достижений. Старший тренер отделения бокса Александр Водопьянов признается, что к этим соревнованиям наши спортсмены готовились усиленно. Поэтому он уверен, что они смогут дать отпор сильным соперникам. Приехали все сильнейшие боксеры к этим соревнованиям, готовились. Эти соревнования – это отбор к первенству Южного федерального округа. Первые места поедут на ЮФО и будут защищать наш Краснодарский край. Ну а на первенстве, естественно, присутствуют сильнейшие боксеры Краснодарского края. Здесь каждый бой очень тяжелый, нужно гораздо так тщательно подходить к этому мероприятию. Соревнования будут проходить до 9 апреля. О результатах первенства Краснодарского края по боксу вы узнаете из ближайших выпусков программы «События». Тина Копачевская, Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События».